Доброго всем здоровечка. Сегодня продолжаем проходить Dead Space 3. В прошлой миссии мы пытались пройти бонус-миссию отсек утилизации. Правильно? Правильно. Очень туго шла миссия. Очень даже затянулась. Поэтому я, в принципе, знал, что она не сохранится. Бонус-миссия не сохраняется. Мне пришлось просто выйти. У меня не было уже дальше времени проходить. Вот. Сейчас включил, конечно, все вот заново. То есть... с этого места, где даже часть надо было собирать. Миссия осталась, да, то есть мы ее пока оставим. Может, я попозже, может быть, в конце уже там к игре я ее попробую еще раз пройти за кадром. Просто на том же месте остановлюсь, ну, включу запись, где остановился, там последняя битва где была. Вот, а пока мы продолжаем. Каждый арм мужнецов мы пройдем пока так вот. Жестокая миссия. Тут бота можно поставить. Второго бота ставим. Собирай нам. Чудненько. Ну, будет кто меня встречать? Вон он, бонус-миссия. Нам не сюда вообще, нам туда дальше, по мостику. Ничего нету. Ой, как у меня вот это прохождение хочется что-то пройти. Нормально так, запросто, получается жопа. Ладно, сам на это подписался. Слышь ты, блядь, Даник, своими фактами. Сохранение. Станочек зайдем. Так, нам надо чего? Нам надо... А, так, сейчас. Резакт Волс, дробовик. Ракетная установка, во. Цепи 8 из 8. Обойма, перезарядка, обойма, темп стрельбы, обойма, темп стрельбы, урон. Темп стрельбы, урон, темп стрельбы, урон. Почему у меня два одинаковых? Плюс обойма, плюс темп стрельбы. Импульсная волна. Понятно. Излучатель Теслы. Плазморез. Стрелковое оружие. Ай. Может, правда, собрать там что-нибудь новенькое? Ай. Инструмент для ремонта корабля доступен? О, черная дыра! Ух ты! Нифига себе нам доступно! Клепальный молоток, гидронож, ускорение перезарядки, следующий... кооператива, 357-й. Спильтевый военный револьвер, гидроножом... Безнадега. Поставит пулемет для совместного ведения боя. Подвесной турборез для поражения электрическим током. Так. Силовой резак. Чистильщик.
Офигеть, да? На некоторых прям немножко не хватает. А давайте попробуем собрать пулемет с стадии самого пистолет для замедления врага каждым выстрелом. Давайте вот это попробуем собрать. Инструмент. Место, например. Давайте место дробовичка попробуем. Сейчас попробуем. Я просто не знаю, блин, ну оружие у нас. Гидравлическое оружие. Смех, который использует для резки плазму. Излучатель Тесла. А. Плюс два урон, плюс обойма. Оригинально. Давайте хотя бы сюда темп стрельбы поставим, плюс урон. Плюс два обойма, перезарядка. Самозаряд. Периодически, да? Стандартный вариатор стоит. Верхнего блока. Усиление. Оптический прицел. Ну-ка, сейчас посмотрим, что за оружие такое у нас. Ну, в случае можно просто разобрать и все. А наше оружие находится вот здесь. Ну-ка. Воу. Нет, я выключу вот этот тактический прицел. Это... увеличивает ущерб от вашего. Поставим, как было задумано. Посмотрим, интересно. Просто я вообще многие оружия тут не видел, как они вообще работают. Инструмент для ремонта корабля, бля. И это назвали оружием, да? Ага, ну это я помню. Давайте попробуем, походим. Че он там нам... Ой-ой-ой. О, помню. Вот эти вот. Мне нравятся они. Звук такой интересный. Не вижу. Is it organic? It says here there's a sterilization system that can destroy organic matter in case of a containment breach. I'll check it out. Ага. Чудненько. Газовый. Ага. Так, нам сюда. Я уж хочу пострелять. Оружие. О, цепь, плюс два перезарядка, плюс обойма, чудненько. Текстовое сообщение.
неплохо вроде бы. Посмотрим, как дальше. Но это мелкий. Я посмотрю, как. Вот этот ручное оружие там в нижнем блоке. Это я знаю, я видел. Не, как-то играл с ним. Вот это вот. Смотрим. Так, опять подачу надо, да, вернуть. А, нет. Все, да? А я все туда сделал, что надо? А, почему тогда доступен? До сих пор, зачем менять чего-то? Слушай, а неплохо, пока мне нравится. Если будет дело так же идти дальше, я беру дробовик. Может, это еще не самое крутое оружие? Да нет, не самое. Я секрет в столько тоже можно накрафтить такого. Я почему не хотел второе оружие убирать? Там ракета. Вот ракета очень хорошее оружие. Здесь вот ракета. Ну, верхний блок я убрал бы. Ну, вот. Я, может, изменю верхний блок. Ракета ставлю. Смотрим. Ой-ой-ой, зря. Не, мне пока нравится. А неплохо. Нам куда? Нам сюда. Сейчас мы соберем. Сохранение. Ой, нет. Причем у него вот оружие очень достаточно так много этого. Обойма. Блин, не успел. Чуть-чуть меня это подвели. Ладно, еще раз попробуем. Там сзади еще атаковали просто. Все, уроды, блядь. Назад, блядь. Ну, блядь. Да. Я расправился с ними. Нормально. Ну пойдет, у меня сложность просто высокая. Бля, опять мышка у меня вылезает. Курсор. Что-то с игрой не так уже у меня. Палео. Палеонтология. О, здесь вот.
Да ж ты урод. Так, казарма жнецов. Я не знаю, опять у меня пройти ее за один выпуск этот. Выпуск большой тогда получится у меня. Она маленькая миссия, казарма жнецов. Ладно, давайте, наверное, попробуем пройти ее. Нам куда? А, нам сюда. Там она попозже немножко будет. Дверь. Наша дверь. Так. О-о-о! И черные какие-то уже появились. Против них вообще. Сволочь. Вот этого оружия, чё, минус небольшой, ну, для меня. У него точность. Секунду. У него точность, то есть у него идет одна вот эта вот, как его. Блин. Прицел у нее, да? То есть точечка такая одна. То есть попадать как бы снайперским надо. Нет, неплохой оружие, неплохой, мне нравится. Ай-яй-яй, пропустил. Это костяшка. Вроде все. Ништячков, да, с ней хорошо падает. Нет, не все. А вот этих черных, что, глаза светятся? У них что, очки? Да? Ночное видение? Ух ты, я сколько соврал тут. Всего. Аптечка. У нас одна аптечка есть на случай. Ух ты, ресурсов сколько. Ух ты, тут-то сколько, и аптечка средняя. Нормально. Я не знаю, у меня вот этот курсор вылезает. Будет на видео он виден, нет? О-о-о! Только не эта загадка. Короче, тут надо все поставить вот в этом. Вертикально, в общем. О! Чудненько. Я думаю, буду дольше возиться.
Куда тебе сюда? Аудиозапись. Слушай, ты, блядь, баба, сама сюда меня привела, еще спрашиваешь, что ли, эти куски? Так, а туда по основной, наверное, сюжетке, да? Ну, вон эти. Во, сохранение, чудненько. Если чего, вдруг, чтобы на этом месте. Ладно, поехали. Надеюсь, долго не затянется эта миссия. Казарма жнецов. Сейчас увидите, как я говорил, что это казармы. Во. Во, помните? Помните, когда мы здесь спускались, когда мы Бакла увидели? Мы здесь спускались на лифте. Вот эта решетка, там два гардероба. Вот здесь, за этой дверью, первый раз мы открыли и увидели, ну, вот эту костяшку. Блин, ты... Просто немножко все поменяло. Поменяло. Наоборот, вот идем. Ну... Вот это... The bodies are still here, so is your stash of weapons. This is too good to pass up. Вот это самый нелепый бонус на миссии из всех. Самое глупое. Ну, придумали уж, прям все сунули моментально. Все скопировали, я не знаю. Чего тут у нас есть? Нам вольфрам нужен теперь. Да. Вольфрам. Нет, пока не буду. Ничего больше. Да, вот сейчас спустимся туда, к шипам этим. Там пушки. Куда ты собралась? Блин, там стоят еще сволочи. Меня ждут. Здесь мы взяли карточку, первый бонус миссии на этой планете. Не помню, как она называлась уже. Газик делал вид, что здесь не был. Неплохо с точностью. Надо попасть бы в тебя только еще немножко. Сдох. Ништяк. Мне нравится. Здесь отключена. Нет, не отключена. Ай, бля. Сука. А, ты разгоняешь, что ли? Пошел ты. То есть костяшки вылезали. Хотя это все должно быть разбито. Здесь потому что были. Здесь вот мини-игра была. Бля. Так тупо. Поддержка огнем. Смотрим. О, усиленный огонь.
А здесь почему-то отключено. Тут там еще есть. Я что, мимо что ли все? Пиздец. Сколько патронов, никуда, короче. Вольфрам. Еще вольфрам. Неплохо. Вот она, мини-игра здесь тоже была. Силуэт оставили. Вообще эту бонус-миссию не надо было делать. Она не нужна, вот эта миссия. Что? Ты что тут делаешь? Ты как здесь оказался? Натя. Вот это я тебя прикрутил. Средняя птичка упала с тебя. Ты чё, живой? Господи. Чё, здесь ещё есть? Аптечек-то мы сколько набрали? С таким оружием, да. Вот я с ним пойду проходить эту миссию, ту бонусную. Ой, нет! Ах ты сволочь! Я тебе, блядь, сейчас... Куда собралась? Как глупо. Лехер-мухер. Натя, сэкономим немножко патронов. Артефакт. Собираем тут немножечко. Чё, зайдем в станочку? Там работы все. Все и все. Подрывной модуль, сильный огонь. Ух ты, сколько всего. 3 бота, офигеть набрали, нормально, неплохо. Клепальный молоток, гидронож. Слушай, а мне нравится пока это оружие. Я даже ничего менять тут не хочу. Цепи стандартные, даже самое то подходит. Стрелковое оружие. Ну это поменяю я тогда. Пилорез. Детонацию на последнем выстреле. Это я поставлю оружие на другое. Если вот стоит это... Уроны. Стандартный вариатор стоит. Здесь стоит. Увеличит ущерб от вашего.
Давайте поставим. Так. Во, подрывной модуль. О, а почему нижний блок убирается? Эти модули задают основной тип снаряда нижнего блока. Нет, тогда не буду. Модулятор я не буду убирать. Нет. На том можно оружие, но я не буду этого делать. Он полностью заменяет нам этот. Так. Все, пока. Вольфрамовый торсионный вал я создам еще один. Там, потому что в той миссии будет потом, где мы проходили. Ох, а куда он 6 батарей? Давайте-ка... преобразователь. Вот это оружие пока мы оставим. Пока. Ну и все. Идем дальше. На. Ну вот и все, это вся миссия. О, блин. Как они людей. Сразу. Превращают в этих, блядь, гипнотизеры хреновые. Уроды. Мне это не нравится комната, если честно, вообще. Ключ офицера жнецов. Сейчас сначала соберем тут. Все. А, мы вот тут выходили, кстати. Тут там холодильничек. Это, не помню, дверь была. Ну, эта дверь была, нет, и она закрыта, по-моему. А вот здесь мы выходили, она сейчас недоступна. Прерыватель. Тяжелая летняя станина. Блин, дофига все собрали, конечно. Миссия говно, но... вкусняшки очень вкусные. Здравствуйте. Глупая башка. И сюда. А я думал, что инструмент для работы корабля это гаечный ключ. Нам сюда. Ладно, мы сюда зайдем. Значит, там какая-то комната. С ништяками. Блин, я случайно правую кнопку нажал, а отменилось. Угей, тут времени не дают. Мало времени дают. Так, а, понятно. Блин. Тоже в бошке вы. Вы еще тут не сдохли, как вы еще жить можете здесь? Стадисная оболочка, цепь модернизации, плюс 2 урон, плюс темп-стрип. Ну, неплохо.
сейчас. О, вышли тут. Вон гардероб. Ну, типа ключ за дверью был, который нужно было открыть, чтобы выйти быстрее. А не опять обходить все двери, всю миссию эту. Ну, это самая маленькая миссия, мне кажется. Бонусная из всех. Самая глупая. Просто не знаю, что придумали, блин. Зачем? Зад нельзя уже. А, ну не сюда. Нам сюда. Блин! Аптечку применял. Ямочки. Блин. Не увидел его тут. Почему нельзя? А, я уже применил, блин! Пипец. А почему никакого сигнала не было? Я думал, пока пиздел это. О, кто пиздит, я, может, не слышал? А, давайте сейчас это, а потом... Там цепь модернизации есть. Плюс 2 урон, плюс обоймы, чудненько. Станок. Пока не пойдем, наверное. Нечего там делать. Помню это место, это жестокое место. Тут меня сейчас убьют нафиг, наверное. Тут надо оружие другое, тут надо на ракетницу. Убили. Ребята, меня убили. Пипец, я вообще не понимаю, что происходит. Меня вообще закололи тут, конечно. Thank you.
хорошо пока. Паровозиком вроде встали, нормально. Ух, в этот раз повезло. Нет, тяжелое место. Ух, а сколько тут всего. Это полный трэш. У нас уже места нет. Надо разгружаться куда-то нам. У нас одна ячейка осталась. А тут можно бота поставить. Что мы и сделаем. Еще бота можно поставить. Тут два бота можно поставить. Значит, такое место. Ничего нет. Казалось. Вон она часть наверху. Куда ее сувать? Ну туда. Быстро так прибыло, да? Типа быстренько так. Птичка. Ой, птичка пойма. Ох ты, сволочь! Плохо. Так. Вольфрам, аптечка. Так, сохранение. Все, тогда заканчиваем в этот выпуск. Ага, понятно, что дальше. Сейчас официально будут... Ну, сейчас официально появятся снова враги, и нас будут атаковать. Все, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Встретимся в следующем выпуске и продолжим находить части розеты. Всем пока!